Всем огромный привет и Киев, город Екатеринбург. Смотрите, какие замечательные новинки в отделе с посудой. Рассмотрим все тарелочки. Начнем с комплектов. Здесь идет по 4 штуки. То есть набор состоит из 4. Цена за 4 штуки 600 рублей. Они прозрачные, но, кстати, тяжелые. Да, можно ставить в СВЧ, можно мыть в посудомоечной машине. Идет рифленое основание. А со стороны, где будет непосредственно еда, все гладенько, все ровненько. И данная новиночка называется сельскоплик. Вот так вот, 20 сантиметров, прозрачное стекло с рисунком. Если рассмотрим диаметр побольше, то цена уже будет 800 рублей. Абсолютно такой же рисунок. Они продаются уже запечатанные таким образом, что каждая тарелочка к тарелочке, и оно не разобьется. Лучше, конечно же, после кассы еще бумагу обернуть. Вот этот комплект. В принципе, по характеристикам больше ничего интересного про них и не сказано. Смотрите, с этой посуды соседствует детская посудка. Это Калос. У нее самая низкая цена идет. Под суп, под компот, да, кружки, то есть 179 рублей за 6 штук, 179 рублей за 6 штук и набор 18 предметов 179 рублей. Что у нас по новинкам следующее? А следующая вот эта красота называется Стилен Лик, 449 рублей за 2 кружки. Опять-таки можно в СВЧ, можно посудомоечную машину. Видите, тоже пометка, что набор состоит из 2 предметов. Опять 2 предмета. Стали делать такие пометки: легкость, тонкость, прочность, устойчивость к появлению царапин, долговечность, другие цвета. То есть здесь получается легкость, прочность, устойчивость к появлению царапин, долговечность. А вот другие цвета нет, только такой. Орнамент листья на белом основании, 449 рублей. Чуть поменьше, 349 рублей за 2 штуки. В общем, стали они брать количеством, да? Не только качеством, но и количеством. Да, это полифошпатный фарфор. Кружки в таком виде продаются. Сделаны в Таиланде. Все это Таиланд. Это не новинка, энтузиазм. 1000 рублей за 4 штуки. Ферглар. Новинка, идет какой цвет, зеленый, необычный. Зеленый с примесью коричневого. Тут еще так свет падает. На самом деле такой неоднозначный. Стоит ли для пищи использовать именно этот оттенок? Ну, оставим этот вопрос таким, без ответа. Тоже производство Таиланд, идет за 4 штуки 500 рублей. Опять-таки под суп, под второе, ну там правильно, как десерт, не десертное. Глубокая 4 штуки, 19 сантиметров идет, 600 рублей. 500 рублей за 4 штуки, 20 сантиметров неглубокие. Больше диаметр, сколько у нас тут, 26 сантиметров за 800 рублей, опять 4 штуки. Они сами по себе толстые. 1200 за 4 штуки, тарелка, где она в прямоугольной форме. А по кружкам кружка 149 рублей. Точно такой же цвет. Все это произведено в Таиланде. Каменная керамика. Блюдо. Если мы говорим с вами о маленьком, 27... Ой-ой-ой, слышали? Это такая гроза там у нас началась. Минус таких торговых центров, что здесь окна. Вот там. Находишься в таком помещении, где теряешься, да? Там такой гром, походу. Итак, блюдо 27 на 14, 300 рублей. Так, поместили 36 на 22, 600 рублей. Средний вариант 400 рублей, размер 32 на 18. 700 рублей.
Новинки тоже из этой же серии, только цвет уже идет светло-бирюзовый. Опять-таки, видите, по 4 штуки. Вот, допустим, этот наборчик 500 рублей. Можно мыть в посудомоечной машине, можно ставить в СВЧ. Прочность и другие цвета. На самом деле, про легкость и тонкость это точно мимо, они очень тяжелые. Дублируем, да, тарелка 4 штуки в прямоугольной форме 30 на 18. 800 рублей. Так, тут уже стримик, это не новинки. Вот. Внизу еще десертные тарелки 349 рублей. Смотрите, они такие более плоские, не глубокие. Цвет бирюзовый, но тоже, да, идет на сравнение. Вот либо этот бирюзовый, кстати, это уже сделано в Китае, либо вот этот бирюзовый. Ферглар представлен еще и в светло-розовом цвете. Тоже здесь блюдо 1200 за 4 штуки. Каменная керамика 18 на 30. Тут завалено почему-то, или это вы сами посетители. Не вижу я круглых тарелок. Видимо, они то ли выставили, то ли именно данная модель, только прямоугольная. Новинка 1000 рублей. Инбьюден скатерть. Может, мы ранее рассматривали, хотя я не помню, в Инбьюдене именно такую с зелеными кругляшочками, да? Но она есть. Но это, по сути, это просто ткань, да, обработанная, но звучит, видите, скатерть. 145 на сколько? На 240. Бело-зеленый это хлопок. Ну, тонкая. Знаете, такие изделия можно только если сильно накрахмалить, тогда будет вариант какой-то такой, не знаю, добротности. А так ткань ткани. Ну, 1000 рублей есть, есть. Кто-то, может быть, покупает. А, так она сейчас еще и по скидке, то есть как раз таки в полцены 500 рублей можно ее приобрести, но это куда ни шло. Хотя вот, знаете, в собранном состоянии она поплотнее кажется. Скатерти тут больше, да, только Инбьюден участвует. Но это была лимитированная коллекция, поэтому ее отправили в скидки. А так я смотрю, здесь 1200 идет. Тоже 100% хлопок, это Форфинт. Знаете, ни на одну скатерть не упадет так взор, что вау, классно, хочу, хочу. Тоже просто ткань обработали, поместили название и продают. Салфеточки 249 рублей за 2 штуки. Хлопок Лен, Мария Терес. 30 на 30. Группера 6 штук, 249 рублей. Ладно, давайте с вами попрощаемся, уже увидимся в следующих видеообзорах. До новых встреч и пока-пока!